Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели, где мы снова ставим себе задачу проанализировать основной информационный фон, который сложился на всех финансовых площадках по итогам прошлого дня. К сожалению, настроение у нас, исходя из того, что мы видели вчера по нефти, не совсем, конечно же, бодрое, поскольку слишком рано мы отказались от того краткосрочного ралли, которое наблюдалось по факту достигнутых еще 2 недели назад договоренностей в рамках ближневосточного картеля. Ралли было продолжено. Но, конечно же, сейчас говорить о том, что этот, опять же, бычий выпад был ли ожидаем, я думаю, это неправильно. Потому что мы никак не могли предположить, что рынок нефти получит такой серьезный буст благодаря комментариям президента России Владимира Путина. Но это случилось. Однако о дальнейших перспективах мы с вами обязательно поговорим. Также стоит констатировать, что мы отступились по паре доллар-японская иена. Очень рано мы отказались от того, чтобы придерживаться длинных сделок по этому дуэту валютных активов, потому что видели, что американская валюта вчера очень старательно отыгрывала ранее утраченные пункты. Мы видим то, что и сегодня эта пара, в принципе, сохраняет потенциал на рост. И если кто-то из вас последовал совету и начал краткосрочно распродавать, здесь нам нужно держаться за уровень следующего сопротивления 104,5. И если в ближайшие часы этот рубеж падет, нужно будет, конечно же, выйти из расположения этой валютной пары, последить за дальнейшим развитием ситуации, лучше дождаться протоколов, которые уже завтра, и после этого снова принимать решение о том, куда же с большей вероятностью может сходить американская валюта. Ну, о долларе мы также сегодня поговорим, как это делаем всегда. У нас есть с вами типичный сценарий. Давайте начнем с того, что же интересного мы вчера наблюдали на рынке сначала черного золота. И здесь говорить можно очень много, потому что мы видели, как этот актив переписал многомесячные максимумы, в частности, не просто даже хай 2016 года. Бренд вчера умудрился добраться до отметки 53,73. Это максимальное значение за последние 14 месяцев, то есть более чем за год. И произошло это благодаря поддержке комментариев Владимира Путина, комментариев министра нефти Саудовской Аравии и сообщений, которые поступили со стороны министра нефти Ирака. В частности, по порядку. Что мы услышали от господина Путина? То, что российская экономика, Россия готова поддержать договоренности, инициативы ОПЕК по ограничению добычи. По мнению Путина, подобные действия могут снизить спекулятивное давление на котировки, соответственно, нефти и позволит удержать волатильность в более узком коридоре, не провоцируя каких-то форс-мажоров, панических настроений, которые в конечном счете и приводят к таким динамикам, которые мы видим. Но вот, как ни странно, именно такие комментарии и стали очередным форс-мажором и явно панических настроений, которые мы наблюдали на финансовых площадках, ну, преимущественно, конечно же, посвященных и специализированных на торговле именно нефтью. Что касается комментариев со стороны Саудовской Аравии. В частности, после того, что было сказано Путиным, Саудовская Аравия обозначила, что раз договоренности, которые обсуждались по ограничению добычи, сейчас поддерживаются многими системно важными регионами, которые, опять же, добывают наибольшее количество нефти, то в ближайшее время стоит рассчитывать на то, что бренд получит все основания, чтобы пойти в район даже 60 долларов за баррель. Если раньше этот ценовой рубеж казался как вполне абсолютно нереальным с точки зрения, опять же, того фундамента по достижимости, то сейчас эти цели выглядят уже вполне реальными. И под занавес этого информационного фона еще и Ирак сообщил о том, что при солидарной позиции прочих представителей ОПЕК Ирак готов ограничить добычу нефти в диапазоне 4,75-5 миллионов баррелей в сутки. Как действуем дальше, собственно, по нефти? То, что эти комментарии спровоцировали ту укрепительную бычью динамику, это совершенно очевидно. Я думаю, что все уже заметили, что произошло с курсом, соответственно, и российской валюты, которая очень сильно завязана на котировках нефти. Мы видели то, что локально вчера поддержка была подвержена тестированию 62 против, соответственно, доллара. Но все-таки этот уровень сейчас удержали. И мы видим то, что на текущий момент пара USDRUB котируется повыше. Наша цель все-таки остается неизменной. Мы ждем возвращения этого дуэта валютных активов в район 64-65 рублей против американца. Но параллельно поглядываем, конечно же, за тем, что происходит на рынке нефти. Следующей судьбоносной датой для всех трейдеров, которые сейчас следят за нефтью, это 30 ноября, когда состоится официальная встреча нефтедобывающих стран в Вене, и где будут обсуждаться окончательные условия и точные договоренности по поводу конкретно регионов и тех объемов, которые будут, опять же, предполагать по сокращению выработки нефти. На рынке, между тем, присутствует достаточно большая доля скепсиса, потому что, несмотря на ожидания этих потенциальных договоренностей, все прекрасно понимают то, что для ОПЕК квоты были уже давно нормальным делом. В частности, на текущий момент квота ОПЕК составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Но, как показывает практика уже устоявшаяся, ОПЕК также лихо, собственно, нарушает эти лимиты и квоты, как их и устанавливают, потому что текущие объемы производства превышают эту квоту больше, чем на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Если говорить про ожидание рынка, того, что может произойти дальше, я думаю, что если вы поставите себе цель оценить перспективы дальнейшего хода, то и активно покопаетесь, опять же, в средствах массовой информации, вы сможете найти неоднократные, опять же, сообщения о том, что текущее бычье ралли вот-вот должно выдохнуться. В частности, я предлагаю сейчас обратить внимание на позицию Коммерцбанка и Goldman Sachs. В частности, Коммерцбанк провел параллель с последним прогнозом Международного аналитического агентства, которое предполагает, что объемы добычи нефти в странах, которые не вхожи в ОПЕК, в 2017 году может увеличиться на 400 тысяч баррелей в сутки по производству. Если еще, опять же, прибавить к этому новостному фону максимальные уровни добычи, постсоветские рекорды, которые сейчас установлены в России, если добавить к этому еще и высокие цены на нефть, которые, по сути, возвращают на рынок сланцевых производителей, получается то, что даже потенциальное ограничение добычи со стороны некоторых представителей вряд ли сможет решить проблему переизбытка. И вот как говорят в ОПЕК, обуздать перенасыщение мировой экономики энергоресурсами. И в Коммерцбанке буквально вчерашняя инвестиционная декларация направлена на то, чтобы трейдеры уже сейчас, текущих уровней, это те, кто не присоединился к продажам ранее, уж точно это сделали. Потому что дальнейшее ралли будет только состоятельно в том случае, если по факту 30 ноября мы услышим о сокращении ограничения, и это будут жесткие квоты, которых ОПЕК будет придерживаться. Пока такого новостного сообщения нет, потому что 30 ноября у нас еще не скоро. И Goldman Sachs также склоняется в пользу того, что даже если, опять же, эти договоренности поддержит Россия, вот о чем стало известно вчера, договоренности по ограничению добычи, общий переизбыток снят не будет. Как раз, опять же, они присоединились к позиции Коммерцбанка, ну, конечно же, неофициально, это их идея, то, что общий, опять же, рост добычи в рамках Соединенных Штатов Америки, об этом мы можем сделать вывод посредством увеличения количества платформ от Беккер-Хаджиш еженедельно. Это все как раз готовит нас к тому, что в 2017 году мы сможем с вами все-таки вернуться к факту роста объемов производства и добычи, что на фоне недостаточного спроса по-прежнему сохранит актуальные проблемы перенасыщения. Безусловно, это долгосрочный долгосрочные инвестиционные идеи, которых, может быть, не совсем сейчас правильно будет придерживаться тем трейдерам, которые торгуют в краткосроке. Если руководствоваться, в принципе, классической теорией трендов, то, конечно же, после пробоя таких максимальных уровней, как мы наблюдали вчера по нефти, логично предположить то, что ралли может быть продолжено и дальше. Но я такую рекомендацию бы сейчас давать не стал, поскольку чем выше сейчас бренд забрался, тем, соответственно, болезнь будет падать потом. И любой негатив может спровоцировать очень быстрый откат. В частности, у нас впереди статистика по запасам. Если этот отчет будет благоволить нам, как продавцам черного золота, мы сможем увидеть цифры, которые укажут на увеличение запасов. И если это случится, медведи уж точно воспользуются таким фундаментом, чтобы снова затащить бренд уж точно ниже $52 за баррель. А в частности, по Goldman Sachs ориентиры до конца года как минимум $50 за баррель. Я думаю, что это совсем уж такая недалекая цель, полагаю, то, что бренд сможет просесть гораздо сильнее. Российская валюта, как уже отметил, держится на отметке 62, и хорошо, поскольку даже такое стремительное ралли по нефти, которое мы видели вчера, не стало причиной того, чтобы это ценовое значение, этот уровень поддержки пал. То есть можно говорить о том, что этот уровень, по сути, удерживается, собственно, и Центральным банком, является, может быть, непреодолимым значением. И хорошо, потому что как раз от этого уровня стартуют многие потенциальные покупки валюты в надежде на то, что рубль все-таки будет вынужден девальвироваться по факту потенциального отката и коррекции цен на черное золото. Поэтому давайте ждать данные по сначала от Американского института нефти по запасам. Они выйдут не сегодня вечером, как у нас традиционно бывает, а завтра, поскольку, как я уже отмечал, из-за дня Колумба отчеты поехали ровно на сутки вперед. Завтра АПИ и, соответственно, в четверг у нас данные по Минэнерго США. Тоже будем анализировать динамику по запасам в рамках американской экономики. Дальше идем. Европейская валюта против доллара 1.1124. Можно сказать то, что за прошлую торговую сессию и за ту коррекцию, которую мы наблюдаем на сегодняшних азиатских торгах, евро потерял уже более 60 пунктов. И видим то, что европейские валюты все-таки тяготеет к отметке 1.11. То, что мы снова будем подвергать вместе с прочими участниками рынка это значение тестированию, говорит о том, что европейская валюта вот-вот готова пробить уровень этой поддержки и, соответственно, скорректироваться еще ниже. В частности, поддержку евро вчера не смогли оказать даже макроэкономически сильные данные. Вчера вышел отчет по торговому балансу Германии. Сейчас уже анализирую данные. Можно констатировать показанный профицит внешней торговли, который достиг отметки 22 миллиарда евро против прошлого 19,4 миллиарда. Произошло это за счет резкого роста экспорта, который прибавил в Германии более 5%. Это максимальное значение с 2010 года. Плюс ко всему, вчера еще вышел отчет о доверии потребителей Сентикс, который также на хорошем уровне. 8,5 против 5,6. Но на евро эта статистика никак не повлияла. Я допускаю то, что отсутствие интереса к европейской валюте было связано с элементарным нежеланием трейдеров рисковать, особенно на низколиквидном рынке. Вчера у нас отдыхала Япония, вчера у нас отсутствовали на торгах американцы и еще и Канада. И почему трейдеры не хотели рисковать на низколиквидном рынке? Свежие воспоминания того, что на нем может произойти, особенно после того, как мы начинаем вспоминать динамику фунта в прошлую пятницу. Также низколиквидная торговая сессия и просадка на 1500 пунктов. Повторить историю, конечно же, с практически невероятно, особенно в других валютных активах, никто не хочет. Но и, согласитесь, в пятницу от фунта также никто этого не ожидал. Поэтому сюрпризы, которые на рынке в последнее время случаются все чаще и чаще, сейчас влияют, конечно же, на рыночное настроение. И на текущий момент явно провоцируют отсутствие интереса к рисковым инструментам и большую ставку именно на защиту. Вот как раз среди защитных активов сейчас особенно выигрывает американский доллар. Также Также стоит отметить, что давление на евро продолжают оказывать последние комментарии Драги, которые были сделаны в пятницу о том, что в начале 2017 года Европейский Центральный Банк может рассмотреть новые экономические стимулы. Ну, вначале это, конечно же, мягко сказано. Предварительно ожидается, что первое решение, которое мы сможем услышать, это продление действия программы QE за март 2017 года. То есть до этого еще, конечно же, далеко, но тот факт, что Европейский Центральный Банк пока не задумывается о сворачивании программы количественного смягчения, также внесло свою лепту в динамику евро, спровоцировав дополнительное давление на его ценовые котировки и позиции. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по ЗИУ. Выйдет он буквально через 2 с небольшим часа в 12:00 по московскому времени. Благодаря этому отчету мы сможем оценить бизнес-оптимизм и ожидания на перспективу крупнейших немецких промышленников и промышленников в рамках всей еврозоны. Если мы сегодня получим еще один слабый релиз, тогда он может точно убедить трейдеров не отказываться от попыток продолжать давить на евро с целью, чтобы все-таки протащить этот актив ниже планки 1.11 и приблизить к нашей с вами цели, которая находится на прежнем уровне 1.10. Поэтому ждем слабый отчет сегодня, ждем возобновления давления на евро и, по крайней мере, ждем то, что тот коррекционный посыл, который был получен на азиатской сессии, продолжится и дальше. И способствовать этому будет рост американского доллара. Фунт против американца торгуется сейчас на отметке 1.2309. То есть уже около 150 пунктов пара потеряла с открытия этой недели. И если раньше мы с долей иронии говорили о том, что в ближайшее время пара фунт-доллар сможет добраться до отметки 1.20, сейчас получается то, что эта цель вполне реальна. Фунт действительно идет активно к этому рубежу. И я надеюсь, то, что многие из вас уже находятся в короткой сделке по британцу, даже несмотря на потенциал колоссального риска, который сейчас витает вокруг этой валютной пары. Опять же, он связан с тем, что фунт может себя вести не совсем адекватно. И прошлая пятница явное тому доказательство. Несмотря на то, что на повестке у нас несколько макроэкономических отчетов, я считаю то, что они не будут иметь никакого влияния на фунт сейчас. Потому что британец валится, исходя из политических рисков и потенциально жесткого выхода из состава ЕС. Об этом стало известно как со слов Терезы Мэй, и такая же позиция была подтверждена прочими крупнейшими европейскими регионами, прежде всего Германией и Францией. Действительно, сделанная ставка на контроль миграции, а не за сохранение доступа к европейскому рынку, заставила многих европейских руководителей уже с меньшей лояльностью относиться к будущему экономическому курсу английской экономики. Поэтому мы готовимся к тому, что Англию, в принципе, ждут очень непростые времена, я думаю, что это все прекрасно понимают. И то, что фунт активно снижается, это как раз и есть следствие дисконтирования этих самых рисков, которые могут легко затащить пару как минимум в район 1.20. Никак и ни в коем случае сейчас не нужно рассматривать возможности для покупки этого актива, потому что оснований нет ровным счетом никаких. Напротив, давление будет только нарастать, и если этому давлению будет способствовать еще и рост американца, тогда мы сможем добраться до отметки 1.20, вполне возможно, что уже до конца этой недели. Почему бы нет? Доллар, японская иена 103.97. Мы видели то, что американец вчера активно, старательно отыгрывал ранее утраченные пункты против японского конкурента и показал прирост практически в одну фигуру, добравшись до сопротивления 104 иены против доллара. Вот сегодня мы видели, как это значение снова было подвержено тесту. Если американец и дальше сохранит такие бычьи порывы, мы сможем увидеть более высокие ценовые значения по этой валютной паре. Считается то, что сейчас поддержку доллару оказывает очередной раунд президентских дебатов, который прошел в США. Вот по данным СМИ, победу снова одержала Хилари Клинтон. А вот по репутации Трампа был нанесен сокрушительный удар из-за секс-скандала. И, между прочим, многие однопартийцы Трампа даже предложили ему исключить свою кандидатуру из президентской гонки. Но пока Трамп остается непреклонен, он по-прежнему один из кандидатов. Если мы посмотрим на общественный опрос, у него по-прежнему высокие позиции на то, чтобы все-таки занять овальный кабинет. Если говорить про другой макроэкономический фон, то мы помним, что на прошлой неделе, в пятницу, давление на доллар оказал слабый отчет по Non-Farm Payrolls, но судя по тому, как активно доллар растет сейчас, такое ощущение, что о провальной статистике по количеству новых рабочих мест американец уже забыл. На мой взгляд, это не совсем лишено смысла, поскольку у нас также в пятницу параллельно вышел очень неплохой релиз по заработным платам, да и уровень безработицы, даже несмотря на прирост на 0,1%, мы связали с ростом экономически активного населения. Поэтому негативить не стоит и в этом плане. А многие цепляются еще за последний комментарий Лоретты Мейстер, которая по-прежнему сигнализирует за целесообразность повышения процентной ставки, отмечая, что промедление с этим решением может быть чревато дополнительными экономическими рисками, которые сейчас американской экономике не нужны. Уверен, что если завтрашние протоколы, которые мы с вами рассматриваем в качестве одного из важнейших макроэкономических отчетов, а может быть даже в качестве ключевого релиза этой недели, подтвердят жесткую позицию представителей ФРС, ралли американца продолжится, и мы сможем завершить неделю даже выше отметки 105 йен против доллара. Но для того, чтобы у нас было четкое представление о том, сможет ли доллар сохранить это повышательное ралли, нам нужно все-таки сейчас быть крайне бдительными, внимательными к тому, что происходит на рынке, и, по крайней мере, дождаться протоколов. Из других валютных пар, на которые я хотел обратить ваше внимание, это доллар-канадец. Минимальный значение вчерашнего дня 1.3138. Сейчас пара снова практически восстановилась до уровня 1.32. Здесь важно подчеркнуть то, что канадская валюта сейчас не очень-то активно реагирует на бычью динамику нефти. Да и практически мы видели то, что пара оказалась выше отметки 1.33. Это после 10% прироста по факту договоренности бренда. То есть канадец полностью игнорировал бычью динамику нефти. Канадец больше был замотивирован на анализ макроэкономической картины, национальной. То, что до сегодня, вот прям по текущий момент, канадец находится под давлением, мы можем связать это с тем, что трейдеры готовятся реально к еще одному снижению процентной ставки. Наверное, ничто уже не может изменить такого позиционирования. Поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы рассмотреть в очередной раз возможность трейдинга по этой валютной паре, и давайте начнем покупать USDCAD после тестирования сопротивления 1.3150 с прежней целью возвращения в район 1.33. Доллар-франк 0,9838. Видим то, что вследствие роста американца пара потихоньку смещается в район паритет. Я надеюсь, что это не еще одно ложное ралли. Надеюсь, что у этого восходящего движения будет продолжение. И если протоколы, которые выйдут в среду, все-таки поддержат идею роста доллара, тогда USDCHF может оказаться выше отметки 0,99. Собственно, из важных, опять же, новостных событий, которые имели место быть вчера, мы с вами разобрали все. Сегодняшняя торговая сессия по экономически значимым статистическим релизам позволяет нам ориентироваться только, пожалуй, на отчеты по бизнесу, доверию и оптимизму по ЗИУ. Еще раз напоминаю то, что этот релиз будет опубликован сегодня в 12:00 по московскому времени. Ждем слабых цифр и ждем дополнительного давления на евро. На этом все. Если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем официальном канале на YouTube. Оставляйте комментарии прямо под видеоокном. Ну и, конечно же, ставьте ваши лайки. Со своей стороны, хочу пожелать вам исключительно прибыльной торговой сессии. Ну и, конечно же, такой же прибыльной всей недели. Всего доброго. До свидания.